ожидаю очень интересного общения и интересных историй, потому что каждый из нас, я абсолютно уверена, что каждый из, кто находится здесь, прошли в своей жизни какие-то периоды взлетов и падений, и почему-то эти падения у этих людей происходили. И вот мне лично интересно послушать людей, известных в этом городе, да, почему даже у них, у тех людей, кто на сегодняшний день уже достиг каких-то вершин, почему и они, и у них были падения. Ну в чем причина? Любое следствие есть причина, да? Мне интересно. У меня были свои победы. Ну, они, наверное, будут еще давно, не без этого, да? И так вот я хочу, чтобы их было поменьше, и нужно узнать причину все. Причину существования такого явления, как жизненный поворот. Уже половина нашей встречи, и хотелось бы узнать, что полезного для себя извлекли. Очень ценно то, что люди с таким опытом ведения бизнеса, как сегодня Вера Николай Романенко, без проблем делятся своим опытом, дают настоящие рабочие методики, технологии, которыми пользовались они, которые привели их к успеху. И самое важное, что они не боятся говорить о своих провалах. Ведь жизнь, как известно, не состоит только из праздников и из успехов. И честно признаваться, что путь нелегкий, путь с ошибками – это большое вдохновение для всех участников сегодня. И я надеюсь, что этот формат мероприятий станет в Одессе постоянным, и все больше и больше бизнесов будут вовлекаться в такое мероприятие, дабы поделиться своим опытом.